Добрый день, Максим. Здравствуйте. Сегодня, конечно, впечатляющая посещаемость. Я надеюсь, кто-нибудь присоединится. Я тоже. Ладно. Давайте начнем. Возможно, кто-то посмотрит запись. Сегодня будет достаточно такой расслабленный семинар. Будет, можно сказать, такие три темы. Три концепта, с которыми просто нужно познакомиться. Будем сегодня смотреть много картинок, мало тренировать нейронки, мало смотреть на какие-то гиперпараметры, точнее, вообще не будем на них смотреть. Просто познакомимся с тремя подходами. Первый — это transfer learning. Это когда мы используем уже предобученную нейронную сеть на каком-то другом датасете, и мы вот эту предобученную нейронную сеть используем в нашей задаче. А второй концепт — это adversarial attacks. Это когда происходит какая-то атака на наши данные, и модель не может корректно предсказать, какой там класс, например. В общем, модель работает некорректно. И третья такая, можно сказать, тема — это посмотрим, как работают сверточные слои. Просто визуализация. Тут не нужно уметь это в целом делать. Это просто полезно, чтобы понимать, как оно выглядит. Что ж, у нас даже люди присоединились. Давайте начнем. Сначала посмотрим, как можно взять уже предобученную модель и обучить ее на наших данных. Импортируем все библиотеки. Сегодня будем работать с датасетом про кошек и собак. Давайте посмотрим, как это выглядит. Есть соревнование на Кагли, которое уже давно закончилось. И как раз вот они создали этот датасет. Есть 25 тысяч картинок. В нем есть кошки и собаки. И, соответственно, целевая переменная, единичка или нолик. Единичка — собака, нолик — это кошка. То есть сегодня мы будем решать задачу бинарной классификации по картинке. Загрузили все в папочку. Взяли 80% данных как тренировку, 20% как тест. И размер бача у нас 256. Пример картинки. Вот такая тут есть кошка. Другая кошка. Собака. Итак, у нас есть наши данные. Нужно как-то обучить модель. Как можно подойти к этой задаче? Есть уже обученные даже модели, которые загружены, например, в PyTorch или конкретно в Torch Vision. И эти модели выдают определенное качество на определенных датасетах. Например, есть датасет ImageNet. В нем содержится либо, кажется, 100 тысяч картинок, и есть 1000 классов. Давайте посмотрим, какие там есть. Индексы — это, ну, просто индекс класса и название того, какое там есть животное. И, например, тут есть 8 хождений каких-то разных кошек. Например, ойстер-кетчер — это, конечно, не кошка. Но, например, есть другие виды кошек, там, сиамская, египетская и так далее. Что еще есть? Есть собаки, тоже разных пород. Мальтийская, шотландская и так далее. В общем, кажется, что если есть какая-то хорошая нейронка, которая работает на ImageNet, возможно, она хорошо сработает и в нашем датасете про просто кошек и собак. Потому что, ну, в том датасете уже были кошки и собаки. Давайте посмотрим, как это можно сделать и насколько хорошо это будет работать. Да,
загружаем Apple Touch Lightning, Torchmetrics, Torch Vision, все импортируем. И мы будем использовать ResNet 18, предобученную. И как раз таки это та модель, которая обучалась с данными ImageNet. Загружаем ее с параметром pretrain true. И посмотрим, как она выглядит. Что у нас тут есть? Есть какие-то первые преобразования, свертки, нормализация. И дальше идут такие крупные слои, последовательные. Есть слой 1 с двумя базовыми блоками. Тут также свертка, нормализация, нелинейность. Свертка, нормализация. Стандартный блок 2 с такой же архитектурой, но с другими переменными, другими параметрами. Что тут интересно? У нас есть таких базовых слоев, получается, 4. И чем они отличаются? Они идут, во-первых, последовательно. Во-вторых, есть размер свертки. Сколько каналов подаем на вход, сколько каналов на выход. То есть первая свертка у нас 64 на 64, вход-выход. А вторая уже 128, то есть крупнее. Третий слой уже 256. И четвертый слой 512. То есть чем дальше слой в нейронке, тем более крупные паттерны может она находить. То есть сначала мы находим какие-то мельчайшие детали, потом там второй слой может уже находить, например, там отдельный элемент — это уши, нос у животных, еще что-то. А третий, четвертый слой уже, например, форма мордочки. Вот, то есть как мы с этим должны работать? У нас есть вот эти слои, которых очень много, которые уже обучены кем-то, уже потрачены ресурсы, время и ресурсы там процессора на то, чтобы это все посчитать. Мы берем вот эти все веса, эти все слои с уже весами какими-то обученными. И все, что нам надо сделать, это убрать последний слой, в котором у нас 1000 таргетов, и поставить двоечку, потому что у нас всего лишь два класса — кошки, собаки. Что-то еще должно измениться. Иногда нужно поменять входные параметры. Ну, то есть, например, есть первая свертка с каналами 3, под сверткой. В нашем случае менять входные параметры не надо. Нужно только менять то, сколько мы предсказываем класс. Итак, будем использовать Lightning, который мы изучили, кажется, на прошлом семинаре. У нас здесь есть в этом классе, который наследует Lightning Module, стандартные функции: инициализация, forward, тренинг, валидация. Тренинг и валидация вообще не отличаются, они стандартные, тут рассматривать не будем особо. Посмотрим на инициализацию и на forward. При инициализации объекта класса мы можем передать параметр, у нас должна быть предобученная или не предобученная нейронная сеть. И, соответственно, мы передаем это как параметр boolean. И если у нас требуется предобученная нейронная сеть, мы можем убрать последний слой. То есть он тут прям так и называется. Fully convolution. Обратиться прямо к нему и заменить его. Ну, в нашем случае это просто какой-то placeholder NN identity. То есть это слой, который, по сути, ничего не делает, просто единичку переводит в единичку. Делает as is преобразование. Далее задаем, можно сказать, функцию classifier. Зачем она нам нужна? У нас есть выход из предпоследнего слоя AVG pool, 512 фичей. Мы это можем посмотреть вот здесь. И нам нужно чем-то заменить этот последний слой, который мы удалили. И получается, ему на вход мы подаем 512 фичей, на выход 2. Это мы тут и делаем.
и задаем оптимизатор именно вот этого последнего слоя, потому что нам не нужно учить всю модель, она у нас не должна меняться. Это сделает только хуже. А к тому же мы не хотим инициализировать вот эти вот все переменные, мы хотим просто иметь как данное это. То есть мы учим только последний слой. И, соответственно, оптимизатору подаем тоже на вход только последний слой. Если мы хотим непредобученную нейронную сеть, мы инициализируем ResNet с pre-trained false и просто меняем последний слой. Ничем его не заменяем, просто меняем количество выходных вечей с 1000 до 2. И учим уже, получается, всю модель полностью. А что у нас тут отличается? Как с этим работать? Как здесь заменить последний шаг на классифайер? А в форварде мы просто считаем, ну, делаем это действие. То есть сначала посчитали модель со всеми слоями, кроме последнего, так как мы таким образом инициализировали. Потом сделали последний шаг классификацию. В целом это все. Теперь посмотрим, как это работает. Инициализируем один объект класса GatsbyCDog ResNet с предобученной нейронной сетью. Сейчас, а можно спросить, пока она обучается, что нужно сделать с семинаром из предыдущего года, чтобы этот датасет загрузить? Он говорит, что не найден такой. Давайте я вот это скину в чат. Вообще, да, должны выставить нормальный ноутбук GitHub. А, спасибо. А то просто пока в GitHub нету нового семинара. Ну, попробуйте, если сработает, напишите. Не сработает, тоже напишите или скажите. И у нас прошла одна эпоха обучения, всего лишь только одна, и у нас уже получилось качество 97%. То есть мы буквально просто сделали одну проходку обновления весов нашего последнего слоя, и все сработало отлично. То есть все работает. Давайте теперь посмотрим, если мы возьмем непредобученную модель. Пока модель обучается, есть новость, анонс. На этой неделе должны выдать вторую домашку.
Какая радость. Что? Еще раз, Георгий. И я говорю, какая радость. А, ну, да, извините. А всего планируется 4 домашки, ну, чтобы все их успеть сделать в этом семестре. Вот, а нужно их делать одну за другой. Уже в середине обучения видно, что лосс 0,6. А здесь, например, трейн лосс был, ну, в 4 раза меньше. То есть, возможно, качество получится хуже. Значительно. И у нас получилась точность 60% всего лишь. То есть мы точно так же сделали одну эпоху. Ну, то есть в теории, да, мы могли сделать больше эпох, возможно, получилось бы получше качество. Мы бы добились его такого же, потому что у нас есть уже эти слои. Но на одной эпохе, примерно с сопоставимым количеством затраченного времени, у нас получилось качество, ну, где-то в 1,5 раза хуже. То есть fine-tuning хорошо работает, если хорошо подобрать уже обычную нейронку, и если у вас датасет какие-то похожие. Что тут могу рассказать из жизни? Это только мы запускали распознавание лиц в Тинькофф Азии, то есть есть уже какое-то распознавание лиц, обученная, ну, модель обученная на лицах россиян, ну, и не только россиян, короче, жителях России. И взяли уже готовую вот эту вот обученную нейронную сеть на огромном количестве данных, собранных за большой промежуток времени. И решили эту же самую нейронную сеть использовать, ну, по сути, в проекте, в котором вообще нет данных, то есть нет клиентов еще. Что сделали? Просто перенесли точно такую же модель. Потом прошло время, там какое-то набралось, например, 10 тысяч записей новых, 10 тысяч картинок уже филиппинцев. И смогли убрать последний слой, дообучить его, и получилось чуть получше качество. То есть вот такой transfer learning, fine-tuning, он используется действительно в корпорациях. Это очень полезно, да, при запуске стартапов, например, или когда вы не хотите просто ждать, или когда у вас не хватает данных. Окей, идем дальше. Новая тема, концепция. Иногда бывает так, что у нас картинка как-то караптится. При этом это не видно вообще человеческому глазу. То есть, например, здесь у тебя есть картинка панды. Она как-то была преобразована, и визуально вообще не видно, что с ней что-то не так. При этом с ней математически что-то не так. К ней добавили шум, определенно вычисленный по какой-то формуле.
И теперь модель видит в ней не панду, а гиббона. Таким образом, кораптить картинки можно там по-разному, бывают разные алгоритмы. Но в целом просто важно знать, что таким образом может сильно ухудшиться качество вашей модели из-за того, что там могут быть какие-то подобные картинки, которые вы вот даже визуально не можете отфильтровать. Их можно отфильтровать, ну, какими-то их можно отфильтровать тем, что, например, у вас будет несколько моделей, которым на вход вы подаете одну и ту же картинку. Они все обучены достаточно хорошо, с хорошим качеством. И, например, каждая из этих моделей с скорабченной картинкой скажет, что это разный какой-то тип животного. Если это какая-то нормальная картинка, то они предскажут примерно как-то одинаково, с примерно одинаковой уверенностью. Или еще другой подход — это сразу учить модель уже с покарабченными картинками, ну, с испорченными таким алгоритмом. Что от этого может случиться? У нас станет больше данных, они станут более зашумленными. То есть, например, у нас будет картинка и оригинальная панда, и вот эта вот картинка как дубль. И это только для одного алгоритма. Есть еще разные алгоритмы другие, которые также изменяют по-другому наши данные. К чему это приводит? У нас модель, во-первых, хуже учится. Она хуже дает качество на валидационной выборке. Она дольше учится. Но при этом вот в таких кейсах она лучше предсказывает, что это все-таки панда, а не гиббон. Эту тему просто, ну, полезно понимать, что такое бывает, полезно понимать, как можно, какие есть варианты бороться с этим. Поэтому давайте рассмотрим fast gradient сайна так, как это выглядит. Итак, у нас есть картинка. У картинки можно посчитать градиент на каждом пикселе каким-то ядром. И далее, точнее, даже можно применить модель картинки и уже у весов модели посчитать градиент. А далее этот градиент можно от него можно взять знак, плюс или минус, положительный, отрицательный. И картинки прибавить такой шум. Просто маленькое число, умноженное на вот этот знак, плюс или минус. И таким образом для человеческого глаза картинка не изменяется, но модель уже не может предсказать ничего, потому что у нее в некоторых местах есть такие локальные минимум-максимумы, и для нее это абсолютно какой-то новый input. Соответственно, алгоритм как это выглядит. Есть оригинальная картинка, наша первая. Далее, у нас есть градиент. Мы можем взять знак от этого градиента и добавить маленькое число эпсилон, ну, умножить на эпсилон. И получается какая-то ухудшенная картинка. Давайте посмотрим, как это работает. Сначала мы рандомно ищем кошку в нашем датасете. Как мы это делаем? Просто по индексу. Если мы нашли кого-то с лейблом не 0, мы продолжаем поиск. Если нашли кошку, сохраняем кошку. Далее разрешаем считать градиент по кошке. И смотрим, что предсказывает наша модель. Модель говорит, что там 98% вероятности это кошка. Кажется, все хорошо. Что мы сделаем теперь? Задаем эпсилон и задаем ту же самую картинку, то есть мы ее зафиксировали, и передаем на вход функции fgsm attack, которую мы сделали выше.
которым подаем как раз-таки оригинальную картинку и получаем уже измененную. Подаем эту же картинку на вход модели, измененную, и посмотрим, что предсказывает модель в этом случае. С уверенностью 95% это собака. То есть предсказание модели кардинально изменилось. Оно кардинально неправильное. При этом нельзя сказать, что для каждой кошки здесь будет собака. То есть тут непредсказуемо абсолютно. С какой вероятностью это будет собака? Поставьте плюсики в чатике, если по этой теме понятно, как можно ухудшить в картинке, как можно ухудшить качество модели. Спасибо. Да, и третья тема на сегодня. Это то, как выглядят слои сверточной сети. Есть отдельные библиотеки, которые могут визуализировать то, как работают нейронные сети. Но в целом, давайте начну немного издалека. У нас очень много времени. В модели бывает много слоев и очень много параметров, которые обучаются. И совсем непонятно, как они все работают, и как в целом те фичи, которые мы подаем на вход изначально, как они влияют на финальный output модели, как они преобразуются там в течение слоев. Например, если у нас полносвязанная сеть, то один и тот же параметр используется с разными весами в других слоях и так далее. И, соответственно, из этого следует, что нейронные сети совсем не интерпретируемы. Что это значит? У нас есть, например, параметр, ну, здесь это социально-демографические параметры, например, возраст. И мы хотим предсказать, допустим, вероятность невыплаты по кредиту. И если мы бы обучили какую-то нейронную сеть с таким параметром возраст и еще другими параметрами, мы бы не понимали, насколько большое влияние именно вносит сам возраст в качество этой нейронной сети. И поэтому нейронные сети редко используются в предсказании кредитных рисков, потому что они должны быть достаточно предсказуемы. Мы должны понимать, как каждый параметр здесь влияет. Чаще всего используется, ну, что-то более интерпретируемое, например, логистическая регрессия, решающие деревья, вот что-нибудь такое, просто достаточно понятная математическая формула. С нейронными сетями такой формулы нет, это просто black box. Здесь поэтому примерно такая картинка. То есть, как это читать? У нас есть модель, которая каким-то образом использует наши фичи на вход. И мы в целом не знаем. Может быть, можно выкинуть, например, переменную пол. Может быть, нельзя. Например, если бы мы понимали, что женщину каким-то образом лучше в кредитных рисках, то мы бы, например, подстроили под эту нашу маркетинговую кампанию. Ну, и так далее. То есть это бы принесло реальный value бизнесу. Мы это не понимаем с нейронными сетями, поэтому есть, ну, отдельные библиотеки, которые позволяют из black box сделать white box. Это вот буквально здесь изображено. То есть есть библиотека SHAP, которая приблизительно позволяет понять определенным алгоритмом, какой вклад каждая фича вносит в финальный результат, в финальное качество. Например, что здесь видно? Если бы мы исключили индекс массы тела из аутпута какого-то непонятного, то у нас бы финальный output был бы 0.3. Хорошо это или плохо? Ну, кажется, что влияние примерно на 25% в отдельном случае это значительно. Иногда это может быть незначительно.
Вот. Этим на самом деле пользуются достаточно редко, потому что нейронные сети редко пытаются как-то интерпретировать, как раз-таки из-за того, что они не очень интерпретируемые, и такие алгоритмы по типу SHAP с определенными там параметрами, это, ну, просто попытка описать то, что происходит. На самом деле это просто приближение, аппроксимация алгоритма. Ну, давайте посмотрим, как выглядят слои и что такое вообще SHAP, как работает этот алгоритм. У нас есть разные наши фичи, и сначала создается комбинация всех их вариаций. Например, вот есть 4 фичи, и есть там примерно 4, примерно 16 вариаций того, какие могут быть комбинации. Что мы тут делаем? Ну, тут есть пример на русском. У нас есть, например, несколько переменных про квартиру. В пределах МКАДа первая переменная есть кондиционер. С домашними крокодилами нельзя. Третья и четвертая. Рядом находится парк. Мы создаем все комбинации того, там есть только одна переменная, есть две каких-то. Нет никакой, есть все вместе и так далее. И мы создаем вот все множество и исключаем оттуда нашу фичу, влияние которой мы хотим померить. В нашем случае это будет фича про крокодилов. Итак, что мы делаем дальше? Мы считаем предсказание модели с, например, берем первую вариацию ни одного свойства. Мы считаем предсказание модели с отсутствием фичей. В этом случае у нас будет просто какой-то байс предсказан. И считаем предсказание только с фичой, с домашними крокодилами нельзя. Это вот здесь отображено. И далее мы каким-то образом взвешиваем наш результат. Сохраняем его. Это первый шаг. Второе. Считаем предсказание модели с фичой в пределах МКАДа. Сохранили. Далее, считаем предсказание модели с фичой в пределах МКАДа и с домашними крокодилами нельзя. Считаем разницу. Какой вклад здесь внесла с домашними крокодилами нельзя фича? Опять как-то взвешиваем ее, сохраняем и суммируем. Так, проходимся по всем комбинациям. И таким образом, при любой комбинации переменных на вход, мы можем сказать, насколько сильный вклад внесла определенная фича отдельная. Вот. Как я и сказала в начале этой темы, это все очень приблизительно, это только аппроксимация. Понятно, что это, ну, не точно то, что на что можно полагаться полностью. Вот, но можно просто посмотреть, насколько сильно фича влияет действительно. И давайте посмотрим на примере картиночки. Загружаем шап. Поставьте какие-нибудь эмодзи, если понятно, как работает вот этот расчет добавленной контрибуции каждой фичи, вклада в модель. Поставьте вопросики, если есть вопросы. Ну, хорошо. Спасибо. Все сохранили.
Делаем функцию для того, чтобы нормализовать наши данные. И что мы тут делаем? Мы возьмем из ImageNet 50 картинок, просто 50 рандомных картинок, и возьмем оттуда какую-то одну, точнее две конкретные, и посмотрим, что у нас, как выглядит свертка на каком-то определенном слое для определенных картинок, что она выделяет, какие области. Загружаем ImageNet 50. Выбираем какие-то иксы. И вот здесь по ссылочке это как раз вот индексы картинок, которые я показывала в начале. Так, что мы тут делаем? У нас есть модель. Давайте еще раз посмотрим на ее структуру. Есть ResNet 18. И в ней есть вот эти четыре крупных слоя, крупных блока. А в них внутри есть два базовых блока. Мы будем смотреть всегда на первый и будем смотреть на вторую свертку. То есть, например, в начале это 64 входных канала. Для второго слоя это уже 128, то есть больше в два раза. Для третьего это 256. И для четвертого 112. Итак, посмотрим. Что мы тут делаем? Берем первый слой и берем как раз вторую свертку из первого базового блока. Далее задаем shape-values. Здесь мы их просто считаем по вот алгоритму, который я чуть выше описала. И просто отображаем это все на графике, на картинке. А тут все считается, может, у кого-то есть вопрос? Ну ладно, давайте посмотрим, что получилось для первого слоя. У нас есть две картинки. Это кто-то похожий на американского эгрета. И сурикат, кажется. Какие-то сложные животные. Здесь у нас отсортированы по вероятности, по уверенности модели, что это за животное в бывающем порядке. И здесь мы видим, что, например, в первом самом слое у нас очень-очень мелкая разметка. То есть как это читать? Чем больше шапфейлю, чем краснее, тем больше модель смотрит на эти элементы. Например, вот здесь вот видно, что
У птицы смотрится. Не очень удачный цвет. А у птицы смотрится куда-то вот в район глаза. Еще достаточно отрицательное число где-то в районе крыла. Вот. У пеликана смотрится на клюв в основном. Вот. И так далее. А для суриката, я надеюсь, что это сурикат, смотрится на лицо скорее. И кажется, что модель особо не видит, что здесь, ну, в районе тела, какие там лапы и так далее. При этом заметно, что есть вот какой-то фон картинки, и он в целом, ну, просто серый. То есть модель различает, что там просто какой-то фон, там нет никакой полезной информации. Модель детектирует вот эти вот линии, модель детектирует переходы, и важные элементы, такие как глаза, там, шея, клюв и так далее. Смотрим дальше. На втором слое уже поинтереснее. Здесь более явно видно, что модель для птицы смотрит на глаза. И в целом, что модель с более крупным паттерном уже прямо совсем не отличает фон. То есть она полностью выделила объект. Ну, кстати, с сурикатом тяжело, потому что здесь вот есть вот эти вот маленькие волосы, и здесь достаточно размытая граница. Но для птицы здесь она достаточно четкая. Вот. Еще что важно для модели. Нейронная сеть видит, например, для суриката, что здесь есть глаза, и они, например, там какого-то цвета. И, возможно, это какая-то отличительная черта именно вот этого животного, что у него не просто глаза, вокруг глаз есть пятна. И вот как раз уже слой, который покрупнее. Слой, который крупнее, он видит чуть больше паттерна, больше захватывает изображение. Есть вопрос про картинки, которые есть дальше. Что это за картинки? Это предсказание модели, можно сказать, для определенного класса. То есть здесь есть отсортированные последние самые четыре лейбла с максимальной вероятностью, что это эти животные. И далее для определенного класса животных модель работает по-разному. То есть, как это сказать, для каждого класса работает свое выделение. То есть в самом первом примере, когда у нас была картинка black box, white box, давайте еще раз покажу. Там у нас была регрессия. То есть у нас output — это какое-то число. У нас есть параметры входные, ну, там какие-то реальные числа. Здесь у нас задача классификации. И тут, ну, чуть-чуть другой выход у шапа. То есть у нас здесь классификация, причем она множественная. И в зависимости от класса нейронная сеть смотрит по-разному на... Для ней по-разному важны определенные элементы у этих классов. Вот. То есть это не новые построенные какие-то картинки. Это именно, как сказать, прям слой нейронной сети. Это фильтры. Да, и сам последний слой, четвертый. Здесь мы видим, что прям совсем какие-то крупные паттерны пошли. Ну, тут просто нейронная сеть смотрит на определенные формы, выделяет прям крупно
что это за животное, с какой формой, допустим, шеи, с какой формой тела, головы и так далее. Вот. Есть вопросы здесь? Отреагируйте как-нибудь, пожалуйста. Коллеги. Нет вопросов. Ну, отлично. А, с семинаром все. Возможно, есть вопросы не по семинару. Тут Тимофей спрашивает про Да, вижу. в чате. А, не смотрит. А, давайте на примере рассмотрим. А, нейронная сеть не смотрит на определенные, сказать, места в картинке. И это мы видим по областям, например, серым. То есть мы видим, что у них никакого веса нет. Это примерно нолик. Пиксели затерялись при проходе через слои. Ну, они не то чтобы прям затерялись, скорее отдельные. Мы же стакаем слои по отдельности. И мы проходим по картинке вот по одному пикселю. Раз, два, там, сверткой. И в каждой отдельной свертке, в каждом отдельном этой матрице у нас числа какие-то очень близкие к нулю. То есть мы и при мелких паттернах, и при крупных понимаем, что вот именно вот эти части картинки, которые где-то сбоку, например, вот здесь, они незначимы, поэтому модель в процессе их да, зануляет. Действительно, нет реакции на паттерны. Это какой-то, можно сказать, шум, и он зануляется. Хороший вопрос. А ну что ж, спасибо, коллеги, за семинар. Вам спасибо. Отлично. Всем пока. Хорошего дня. До свидания вам тоже. До свидания.